Вообще, ты как бы знаешь, что, допустим, Калинов мост, каких творчеств, еще каких-то других групп. Да. Вот. Ну, в последнее время не знаю. Мне, наверное, лучше меня знать. Но Романиум был ярко, царство небесное. Это наш человек, наш общатель. Черный Лукич тоже с нами. Ожидал поле ягоды, ожидал мир погоды. Рассыпалось человечеством, просыпалось одиночеством. Не засеянная пашенка, не настроенная башенка, только узенькая досточка, только беленькая косточка, не завязанная ленточка, недоношенная досенька. Обвязала белая ниточка, мотала светлым волосом и оставила до времени, вместе с вымытыми окнами, вместе с выцветшими красками, вместе с высохшими глазками, с огородным горем луковым, благородным раем маковым. Очень страшно, что надо спать. Здравствуйте. Вот лет мне 24, а звать меня Дягилева Яна Станиславовна. Песню «Особый резон» я попробую спеть, но, может быть, споем, может быть, и не спою. Невозможно ответить однозначно, что же это произошло вот в конце 80-х годов в Сибири, когда в очень ограниченном пространстве родилось столько замечательных музыкальных людей, музыкальных идей, то есть группы, там, «Инструкция по выживанию», там, «Калинов мост», «Гражданская оборона», «Янка», там, «Ваш покорный слуга». Произошло нечто, какое-то изменение действительности. Было создано невероятное количество очень важной для России музыки. И с тех пор такого вообще нигде не происходило. И до того не происходило, и после не происходило. Я повторяю 10 раз и снова. Никто не знает, как же мне хуёво. И телевизор с потолка свисает, и как хуёво мне никто не знает. Всё это до того подзаебало, что хочется опять начать сначала. Куплет печальный он такой, что снова я повторяю, как же мне хуёво. Песня очень животрепещущая. Я написала, я в институте тогда еще училась, написала прямо на лекции. Кстати говоря, очень долго не знал, что Янка пишет песни. Я до сих пор не знаю, когда она, там, наверное, в сборниках написано, когда она написала свои первые песни. Потому что я даже помню, когда мы с Егором приезжали, что она была всегда очень хорошей, благодарной слушательницей. Для меня было большим шоком, когда она тоже начала петь песни. То есть даже так у многих мужчин нашего круга это вызвало некоторое недоумение такое. И так певцов хватает, ты-то куда уже? Ну, как-то так она свое место быстро заняла. Я ведь поначалу, ну, негативно относился к этому. И вот только побывав на их концертах, я начал вот, понимать, доходить, что то, что она делает, может быть, намного значительнее и серьезнее. Мы первый раз встретились, это было на фестивале в Академгородке. Она подбежала к Летову, там, типа, что он спел песенку, его поцеловала в щеку. Я думаю, о, блин, рыжая какая-то прибежала, Летова в щеку целует. То есть рок только вот его, как бы скажем, разрешили, да, только он вышел из подвала в полуподвалы. То есть мы просто слушали какую-то западную музыку, а делали все свое. Башлачев, конечно, повлиял. Вообще, у них было очень недолгое знакомство, вот, очень краткое. Но, безусловно, оно повлияло как-то на ее... наверное, и мировоззрение, и творчество, и так далее. Мне кажется, было вообще неравноценных людей.
И вряд ли, что она на нее влияла, и вряд ли, что он на нее влиял. Просто это были люди, которые в тот момент друг друга интересовали. Ну, а Янку он очень хотел видеть лично. До этого они только слышали друг о друге. Вроде бы так. Вроде бы я не могу сейчас ручаться за истинность факта. А что он хотел лично ее увидеть, посмотреть ее, вот, ну, будем говорить, окружающую среду, логово, как Янка говорила, и Башлачев нам пел. Пока влюблен, пока бою, он сидел с ногами на диване. Ребята сидели на полу, обняв колени. Чем уклоню, да так, пустяк, вошел и вышел случай. Я был в Сибири, был в гостях в одной веселой куче. Потом он поехал дальше, запомнились слова его знаменитые. Я еще там, это все вот в кухонке, уже перед выходом. Ну что, Саша, похоже, ты много путешествуешь, судя по твоему прикиду-то. Кепочка кожаная, телогрейка, сапоги кирзовые. Вот такой простецкий парень, и не подумаешь, что это журналист с высшим образованием, прям талантливый журналист. Да, моя голова – перекресток железных дорог. Моя голова – перекресток железных дорог. Здесь целое небо, но нечем дышать, здесь тесно, но я не пытаюсь бежать. Я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова – перекресток железных дорог. А мы пойдем с тобою, погуляем по трамвайным рельсам. Посидим на трубах у начала кольцевой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода. Путеводную звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за 2 секунды зарываться в землю, чтоб остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины. Увозя с собой тех, кто не умел и не хотел грязи валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах. Надо будет сжечь в печи одежду, если мы вернемся. Если нас не встретят на пороге синие фуражки. Если встретят, ты молчи, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. Говорят же очень многие, что если Башлачев там не переживал так по поводу того, что у него не пишутся песни, а там переждал бы не там год, два, три там, а может быть и открылось бы у него второе дыхание, написал бы он еще кучу прекрасных песен. Ну а для него вот эта невозможность писать была такой трагедией, что он не смог ее пережить. Он объелся белым светом, улыбнулся и пошел. Он не понял, что по правде-то все очень хорошо. Может быть, есть связь между смертью Башлачева и смертью Янки, просто потому что они были лично знакомы, и ее смерть, его смерть могла как-то повлиять на ее отношение к жизни. Но не впрямую, как очень пытаются вот эту прямую связь найти, что вот она там решила под его влиянием покончить с собой. Я вообще не считаю, что она покончила с собой. Потому что вокруг другие ребята, которые тоже песни поют, и сравнивать таланты как-то вот не приходит в голову, не потому что люди глухие там или слепые, а потому что это как-то естественно, это жизнь, люди в этом живут. А потом, апаньки, завтра этот человек умирает по причинам естественным или неестественным, и начинаешь об этом думать и понимаешь, что действительно был человек уникален, другого такого не было. Главное, не было звезд.
Никто же не знал, что все станут потом, ну не все, наиболее достойные станут великими. А тогда никому не нужны, нужны, точнее, очень узкому кругу друзей. Все скромные, взаимовыручка, любовь, чудесные отношения были. Програвшим веки кротам видна щека роста. По близоруким глазам, не веря глупым слезам, ползет конвейер песка. Пока не вспомнит рука, дрожит кастет у виска, зовет косая доска. Я у дверного глазка, под каблуком потолка. У входа было яйцо или крутое словцо, я обращаю лицо. Кошмаром дернулся сон, новорожденный масон поет со мной в унисон. Крылатый ветер вдали, верхушки скал опалила, здесь ласкает газон. На то особый резон, на то особый отдел, на то особый режим, на то особый резон. Тем более, что существовали в какой-то мере как изгои в обществе, то есть любой выход на улицу был сопряжен с опасностью. То есть очень агрессивное окружение. И это все такое давление внешнее очень сплачивало людей. Граничащими конвой, заклеит окна травой, нас поведут на убой. Перекрестится герой, шагнет раздвинутый строй, вперед за родину в бой. Изгинут злые враги, кто не надел сапоги, кто не простился с собой, кто не покончил с собой, всех поведут на убой. На то особый отдел, на то особый режим, на то особый резон. Всегда было очень хорошо. Вот. Веселый человек, жизнерадостный, хохотала она без конца, все время шутила. Мы с Янкой много нам приходилось с Гопотой общаться, что я всегда удивлялся, что Янка очень четко может залезть вот любому этому в душу Гопоте, то есть может с ним сразу попиздеть-то нормально. Ну, Янка была всегда объектом насмешек. Но эти насмешки были очень дружеские и добрые. Как нам казалось, это было очевидно. К сожалению, Янке это не всегда было очевидно, иногда она расстраивалась. Но в любом случае мы находили способ ее утешить. В быту была очень, скажем так, не сильно приспособлена. Но с другой стороны, обходилась малым всегда. Очень ленивенькая такая была она. То есть большой проблемой было ее заставить что-либо готовить.
Если неспешно принародно подыхать, а камни разбивать фотогеничное лицо, простить по-человечески, заглядывать в глаза добрым прохожим. Интерьеры и повиснуть на стене, нарушить геометрию квадратных потолков, сверкающих обоев, биться голым кирпичом, тенью бездомной. О, продана тень моя, я на веревочке вздыхаю на ходу. Доска моя кончается, сейчас я упаду. Под ноги, под колеса, под тяжелый молоток. Все с молотка. Продана смерть моя. Я сказал, что я не буду с тобой играть больше. Нам, мне не нужен, говорит, такой формат, когда мы, типа, по этой власти бьем кулаком, а ты, типа, расслабляешь, типа, ту молодежь, которая, как бы, должна понимать, что власть нужно сменить. То есть, я не знаю, как насчет, ну, концерта Егора. То есть, ну, и если, ну, в одном концерте, вряд ли мы будем с ним играть. Потому что, ну, мы уже, вот, ну, у меня концерты сейчас здесь закончатся, и я не знаю, когда в следующий раз уже будет. Какой-то там мягкости или жесткости, а именно восприятие мира. Все-таки Янка, что бы там ни говорили, она воспринимает мир через любовь, через эмоцию, через вот это женское восприятие. Ну, ей всегда нужна была компания, конечно. Вот когда мы общались потом, почему-то там Нюрка говорила, что по-другому ей никто не нужен, почему она там одна. Ну, без депрессии, как без них? Это... Но это никогда не влияло на общение с другими людьми. Вот «Печаль светла», понимаешь, хотя это пушкинская, собственно, строчка «Печаль моя светла», но вот к Янке это очень применимо. Она очень хорошо описывает то, что... То есть Янка описывает иногда действительно страшные вещи. И... Но при этом вот не страшно, вот не страшно, вот как-то по-другому, вот жалко. Жалость тоже очень... Слово часто к Янкиному творчеству, к Янкиным песням применяется. Жалко девчонку, сочувствуешь ей, то есть хочешь для нее сделать что-то хорошее, чтобы не было ей так плохо-то. А, ну вот не страшно. Понимаешь, страшно не от нее, страшно за нее. Это немножко разные все-таки вещи. Mm-hmm. Вот, потому что когда человеку плохо, если человек хороший человек, если ему плохо, за него всегда страшновато, потому что хорошие люди, ранимые люди, за них всегда страшно, потому что, ну, они под Богом ходят, с ними всякое может случиться. А вообще, вот мне так кажется, что Господь забирает людей вовремя. То есть, как он забрал Высоцкого. Трудно представить себе Владимира Семеновича в условиях рыночной экономики. Также, наверное, невероятно представить себе Башлачева в наше время и Янку. И Господь просто этих людей вовремя забирал к себе и правильно делал. Спасибо большое.
9 мая 1991 года Яна Дягилева, более известная просто как Янка, ушла из дома и не вернулась. Тело девушки со множеством ран было поднято со дна водоема. Официальная формулировка гибели – несчастный случай. Яне Дягилевой было неполных 25 лет. Кем была для нас Янка? Я оставляю еще полкоролевства, 8 метров земель 3/9, на острове вымерших просторечий, купола из прошлогодней салон. Я оставляю еще полкоролевства, камни с короны, два высохших глаза, скользкий хвостик корабельной крысы, пятую лапку бродячей дворняжки. Я оставляю еще полкоролевства, весна за легкомыслие меня накажет. Я верну, чтоб постучать в ворота, протянуть руку за снегом зимой. Я оставляю еще полкоролевства, без боя, без воя, без грома, без трём. Ключи от лаборатории на вахте я убираюсь, рассвет в затылок мне дышит рассвет, пожимает плечами мне в пояс рассвет. Беспокойного мада, поэтому и уходят от нас на восьмой. Очень страшно засыпать. Янке Дягилевой посвящается песня. Я заплакал от боли, значит, боль помогает не засохнуть, как сушка, не покрыться корой. Боль содрала мне кожу, и счастливый несчастье захлебнулся слезами, и остался живой.